Наверняка он даст привкус офигенский. Итак, что нам нужно? Пакет мидий. Пакет мидий. Соус. Кипяток. Кипяток. Кума, укроп, хмели-сунели, еще какие-то две приправы. И так красиво крашено. Ну, бог с ним, с приправами. Мы сейчас немножко не добавим. Так, чисто для аромата. Много не будет. Будет вкусно, все съедим, а не будет вкусно, придется выбросить. Вот если надеюсь, едобно. Еще вторая пачка. Кстати, надо посмотреть, сколько у нас стоит в еде. Здесь они достаточно в магазине, не в самой Анапе, оказались доступные. 7 рублей килограмм. Ну да, дешевле. Привет. Сейчас попробуем. Первая партия заход. Всем приятного аппетита.